Can he do something from the outside lane? Віктор Шмирнов adjusting those goggles in lane 2, the Ukrainian. Змагання чемпіонату Європи серед спортсменів з вадами зору та ураженнями опорно-рухової системи проходили у португальському місті Фуншал на початку травня. У складі збірної України Донеччину представляли 9 спортсменів. Серед них заслужені майстри спорту Віктор Смірнов та Олександр Машченко. Условия довольно-таки были хорошие. Была немножко проблема в том плане, что разминаться приходилось в 25-метровом бассейне, а соревноваться в 50-метровом. Но мы приезжали пораньше, до того, как была стартовая ванна еще свободная, мы разминались там, ну, а потом там час-полтора ждали свой заплыв. Первое впечатление, как бы, когда мы приехали на остров, не соревновательная такая обстановка, как бы, в океан, шум океана постоянно, как бы, пальмы, погода такая очень не настраивающая на работу. Но у нас было 4 дня для адаптации, как бы мы смогли перестроиться на работу, так сказать, и сам уже в период соревнований, как бы, в принципе, все ушло на второй план, в основном как бы, мы сосредоточились на выступлении. Тренуються спортсмени у Слов'янському басейні щодня по 4 години, а під час зборів у Миколаєві чи Дніпродзержинську. Наша центральная база подготовки осталась в Крыму, у нас нет к ней доступа, как бы, поэтому нам приходится, там были условия, идеально созданные условия для спортсменов на колясках, для незрячих, как бы все продумано было, но у нас сейчас этой базы нет, поэтому приходится нашему руководству подбирать бассейны, где более-менее соответствуют, как бы, условия. Огромная заслуга нашего команды менеджеров, которые находятся в Киеве во главе с Сушкевичем Валерием Михайловичем, в том, что они в таких колоссально сложных условиях, у них получается организовать наш тренировочный процесс, нашу подготовку. Мы приехали на 10 дней домой, тренируемся в домашнем, ну, в Славянском бассейне, а с 22 числа у нас намечается следующий сбор, уже подготовка на Паралімпійські ігри. Пловці зізнаються, хоч і втратили свою основну базу для підготовки, але навіть не це найскладніше. Важче психологічно, адже навіть у поїздках постійно думають про рідний край, де наразі ведуться військові дії. Сейчас, как бы, основная сложность, как все мы знаем, в таких сложных условиях нам сейчас приходится тренироваться, думать о соревнованиях, о стартах в то время, когда идет война. Поэтому, как бы, психологический фактор очень много значит. То, что приходится, как бы, беспокоиться о родных, о близких своих, когда находишься даже где-то далеко в спокойном месте. Віктор Смірнов виборов 5 медалей, серед них срібло та бронза. Олександр Машченко у своєму доробку має 4 медалі – золото та срібло. Результатами участі у чемпіонаті Європи задоволені. Тож тепер основні сили будуть направляти на підготовку до Паралімпійських ігор. Для Віктора Смірнова вони можуть стати 4-ми, а для Олександра Машченка – 5-ми. Перші мої були в 14 років, в Сіднеї, ну і далі. Вот сейчас не знаю даже, что было сложнее, в 14 лет готовиться или в 30, как мне сейчас. Чемпіонат Європи дає можливість багатьом спортсменам показати свій рівень перед Паралімпійськими іграми. Цьогоріч вони відбудуться у Ріо-де-Жанейро у вересні.